Я хочу вас познакомить. У нас вот здесь был в гостях наш гость из Татарстана, но он у нас гражданин мира, катается по всему миру, путешествует очень много. Денис. Ему 33 года. Он, когда он пришел, хотел на детокс-программу, но когда мы сделали диагностику, посмотрели, то мы ему решили сделать короткую оздоровительную программу, потому что она ему подошла больше. И вот он у нас был 5 дней, сегодня у него 6-й день, и он может нам рассказать свои впечатления о нас и нашем клубе. Да, всех приветствую. В общем, пришел я сюда по рекомендации своих близких друзей, которые тоже проходили диагностику и лечение в этом центре с этими специалистами. И пришел буквально, чтобы сделать диагностику, но выяснилось, что помимо того, что у меня были какие-то болезни, которые я ощущал и понимал, с биполярным расстройством, со спиной, там еще какими-то проблемами, но с которыми я мог так или иначе жить и сильно не беспокоен. Но выяснилось, что внутри еще очень много вирусов, паразитов, микробов, которые также разрушают мой организм. И, в общем, в связи с этим решили пройти вот этот быстрый, ускоренный курс лечения. Ускоренный в связи с тем, что я недолгое время пребываю здесь, поэтому так в течение 5 дней. Но хочу сказать, что в течение этих 5 дней мы сделали огромное количество процедур. Я никогда в жизни не сталкивался с такого рода лечением, процедурами, болезненными очень сильно зачастую. И самым главным выводом, конечно, из всего этого я могу сделать, что лучше не болеть. Лучше не болеть, чтобы не сталкиваться болезненными процедурами. Да, лучше делать профилактику, чистки. Вот, и что касаемо этой клиники и персонала, полностью доволен. Были очень чуткими, все время наблюдали, помогали, поддерживали. Вот, и мне еще самостоятельно предстоит пропить курс до конца, курс антипаразитарки и лечения. Вот, и дальше уже будут, я надеюсь, большие выводы по этому поводу. Но вот какая процедура для тебя была самая болезненная? Все, что ничего рядом не стоит с промыванием мочевого пузыря через катетеры, уретру, это очень больно. Даже сильнее, чем ранс? Ранс тоже очень больно. Ну, ранс не столько болезненным был, когда делали уколы, а уже после. Потому что мы тебе делали же не классический ранс, а мы тебе делали ранс с препаратами, который сам по себе не болезненный, но потом человека вырубает, и у него поднимается температура, скованность появляется, потом это все проходит. Но мы тебе это снимали с соленой бочкой, да? Да, соленая бочка очень сильно помогла. После ранса спина очень сильно болела и затекла, как будто окаменение, да, мышц было в копчике, в плечах, в пояснице. Вот, после соляной бочки все стало гораздо легче. Ну, давай, приезжай, будешь у нас в Москве, мы заезжаем в гости, мы ждем твоих песен, когда ты там споешь. Не болейте, берегите себя.